Не пущу. Их можно положить в холодильник, они будут холодненькие, потом вытаскивать и вот так вот на глазки прикладывать. Что ты накрасила? Просто ресницы и тени. Почему ты себя так ведешь? Ну зачем провоцировать? Ты же провоцируешь его. Л. Ёлка. Юлька. Опять у нас бежала собака. Посмотрите на этого ребенка. Ты что, головой в чашку залазила, что ли? Ребятки, всем привет. Доброе утро. Готовлю завтрак. Каролина. Да. Вот, сейчас буду готовить завтрак. Лаваш будете? Что? Лаваш. Да. Да, вот такой вот. Такой вот у меня лаваш. Так, что-то они у меня любят все открывать. Смотрите, вот это открытое. Не доели. Вот это открытое. Вот это открытое. Каждый, в общем, открывает по одной. И потом не доедает. Так, а мне нужно включить. Включаю сковородку. Пускай пока нагреется. Вот, смотрите. Добавила. Ой, пусть здорово. Вот видите, уже все, холодильник просит, чтобы его заполнили, потому что уже, ну, практически ничего нет. Все закончилось. Вот немножечко йогурта осталось, но они такие наполовину пустые. Вот, это папина еда, это тоже папина. Но тут уже ничего нет, поэтому уже все, прям нужно срочно за продуктами. Так, вот я яйца взбила, просто обыкновенные яйца. 3 яйца. С самого утра сегодня с Маргаритой Макс очень плохо себя ведут, поэтому раскидала их по разным комнатам. Меня утром стирального хлопа. Что? Какая? Ну и что? Закрой. Сейчас закрою. В общем, с утра сегодня начали куролесить Макс. Макс с Маргаритой там на улице. Маргарита его доводит, а он кричит. А у него такой голос, он громко кричит. Прям я аж, получается, они на улице были, я внутри, я слышала, как он кричит. Вы представьте себе, вокруг соседи что слышат. Вот, поэтому раскидала их по разным комнатам. Маргарита сейчас в комнате сидит. Почему ты себя так ведешь? А почему он орет? Он... Извините меня, почему он просто так вышел на улицу и стал орать, да? Открыл свой рот и стал орать. Маргарита сказала, что он ее... Маргарит, потом она... хорошо, Маргарита, ну ты можешь немножко быть мудрее и умнее, так как тебе, извини меня, уже скоро 12 лет. Ему 5. А ему будет 6. Ты можешь быть немножечко умнее? Ну зачем провоцировать? Ты же провоцируешь его. Вот так вот бывает у нас. Не идеальная семья, не идеальные дети, поэтому вот, иногда бывает такое. Так вот так обжариваем яйце. Ксюня, у тебя сегодня зима занятия с гитарой? Нет. Да, да, у тебя муха на голове поселилась. Сегодня занятия с гитарой у тебя. Банюсик, мы идем расчесываться. Эта собака линяет, как не знаю кто. Вот. Да, Банюсик? Могуша чистить бассейн. Что, сильно грязный? Ну, уже чувствуешь, да, хлоркой пахнет? Немножко. Запах такой. Может, добавить немножко воды? Да, потому что очень мало воды. Да, выплеснули. Какие-то маленькие такие штучки. Ну вот, собирай вот этим вот совочком, как его, ситом. Ты его вытряхни, помой это и... Да, а то обратно будешь травку туда. Маргарита собралась купаться. Пошел дождь. Ну, в принципе, ничего такого плохого нет, потому что у нас над крышей все равно. Дождик сюда не попадает. Ну вот, чистенько как. Травки нет, ничего нет, молодец. Мамочка, можешь мне принести? Кто снял вот эту штуку? Бонька ее погрызла.
Это кто-то снял, просто бросил. Нет, это как? Ты не снишь, это кто-то оторвал. Ну, оторвали, я поэтому тебе говорю, Бонни сама не оторвет. Оторвали, бросили на пол и все. Ну, кто оторвет, а? Кто еще? Вон. Добрые люди. Собери мусор, выброси. Вам холодно, что ли, после купания? Почему? А что надели эти костюмы? Жарко же надо. На улице жарко. Покажи свой мейкап. Стой, я посмотрю. А почему вы ее ловите, не пойму. Почему я хочу? Что? Я хочу, как Ксения. Ну то что ты говоришь? Что там краситесь? Покажи. Ну что ты накрасила? Просто ресницы и тени? Не пущу. Они поймали единорожку. Стоп! Они поймали единорожку блестящую. Она тоже хочет. Говорили, помогают ли мне дети или нет. Помогают, конечно. Маргарита посуду убирает. Посудомойку. Молодец, молодец. Почему? А, ну все, тогда это нужно просто руками помыть. И нужно потом это сейчас со стола там убрать тоже и загрузить машинку. Она уже полная. Не кричи, Макси, папа спит. Ну туда потом поставишь. Фигурки нужно нащупать, не смотреть. Засовываешь руку в сумочку и ищешь на ощупь. Давай елочку ищи, тебе елочку осталось найти. Только там каких-то, по-моему, не хватает. Пойдем. Ты что ищешь? Какую фигурку? Вот эту или эту? Эту? Ромбик. Давай. Нашла? Да. Молодец. Теперь я, а я кого буду искать? Я буду лошадку искать. Да. Такс. А я сразу ее нашла. Ой. Вот так вот, видишь, можно ошибиться. Вот это? А, вот она. Нашла. Елочку ищу. Елочка, елка. Ёлька. Не елька, а елка. Ёл. Ёлька. Ёлька. Ёл. Так вот жестко мама, скажи. Ё... Л. Да. Мама, ёлька у Ани. Сама ты ёлка. Я ёлька? Ага. Не ёлька, а ёлка. Скажи л. Нет, не ле, а л. 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 Ёлка. Ёлька. Девочки, кто спрашивал вот про вот эти вот штучки, я даже не знаю, как они называются, не знаю, кто-то патчи говорит, но нет, наверное, это не патчи. В общем, смотрите, я не знаю, как они называются. Вот это вот марк. Вот, видите? В общем, там внутри какой-то гель. Их можно положить в холодильник, они будут холодненькие, потом вытаскивать и вот так вот на глазки прикладывать. Я не знаю, может быть, это помогает убрать мешки под глазами, отечность. В общем, они такие прохладненькие, приятные на глазки. Я не знаю даже, как они. Как вот эти вот штучки называются? А то девчонки спрашивают, в комментариях писали, как вот эти вот. Это не патчи же? Нет, а как это? В общем, какие-то, в общем, эти... На глаза. На глаза. Там не написано, что это. Аугенпац называется. Аугенпац. Ну, в общем... Может, даже и патчи, я даже не знаю. В общем, там они такие приятненькие, гель там. На, положи в холодильник. А куда Каролина собралась такая нарядная? Она хотела смотреть. Я иду в Испанию. Ты идешь в Испанию? Ну, давай, счастливо, пока. Как дойдешь, позвони нам, ладно? Она передумала, она не идет в Испанию. Иди сюда, я бы никакого не думала. Носок? Чей носок? Мама! Отнеси Максу носки. Она стоит 300 рублей. А он ее затрейдил. Угу. Получил ее.
затрейдил, это что такое? Это трейд, вот это трейд, вот и вот это. Мы собираемся. Куда? Зачем ты выливаешь? Чтобы еще. Мы хотим приготовить ромашку сегодня. Вот, подготовила уже лук, картошку и размораживаем фарш. Я забыла вытащить, как всегда. Забыла вытащить. Еще нужно тесто сделать. У меня так сильно болит спина и руки. Мы вчера с папой качали только верхнюю часть. В общем, один день нижнюю половину тела и другой день верхнюю. И вчера качали руки и спину. Я сейчас чистила картошку, мне было даже больно чистить картошку. Опять у нас бежала собака. Ах, она это собака, а? Я еле хожу, ё-моё. Тебе не сидится у нас дома. Что, нету? Может, она дома? Внутри? Может, она спит где-то? Это все песок? Нет, это грязь. Нашли мы нашу Бонни сзади дома аж. Все, закрывай. Она сидела там. Деловая колбаса. Сидела? Да, спокойненько так. Ждала, пока ее найдут. Да? Анна, ты за кустами-то не видишь? Мама уже раскатывает тесто. Да, я что-то первый такой большой раскатал, смотри, какой большой. У меня же на противень не поймет. Ух ты. Ух ты, что он вкусный. Вкусно выглядит. У нас, видите, не мантеварка, а вот это вот. Пароварка, да. Мат, иди туда, на тот стол. А я чем буду катать? Мне же нужно раскатывать быстро. Тут мама работает. Макс, убирай. А тут Макс мешает. Я уже не буду так... Не такой большой уже сделаю. Нужно тоненько раскатать. Тоненько? Да, чтобы тесто было тоненько. Фарш очень вкусно пахнет. Я его уже хочу съесть. Точно. Вот так. Склеиваем. Я люблю вот эту часть очень сильно. И сюда две маленькие, наверное, поместятся. Надо две маленькие сделать. Партия готова. Так, сейчас нужно сначала вот эту нижнюю часть в духовку. Прям вот сюда, на номер 3. Чтобы туда водичка капала. А почему не на номер 2? На номер 3 надо. И вот это на номер 4. Все. Закрываем. Тоже есть номер? Да, тоже номер есть. Так, все. И вообще-то нужно... Это будильник? Да. На 40 минут. Да, нет, на 40. Все. Так, все, ребят, это вторая порция. Здесь у нас сколько? 3. И здесь 2. Но это я заморозить хочу. Вот это Посмотрите на этого ребенка. Ты что, головой в чашку залазила, что ли? А? Нет. Она тесто кушала. Ты туда головой залазила, что ли? Нет. Все, у тебя все в муке, Маргарита. Так, вот, смотрите, она уже там готовится. Я первый раз, конечно, здесь делаю в этой... В духовке, в паровой, я не знаю, как она называется, но, в общем, она готовит только на пару. Поэтому, считай, это то же самое, что и пароварка. Вот.
меня так все болит, у меня еще сильнее болит. А вы не пойдете? Нет. Я не могу, ты что? Я сегодня вообще ничего не смогу сделать. Ну а завтра? Не знаю, посмотрим, как себя буду чувствовать. Но я думала, сегодня мы пойдем. А, ты думала. А сейчас я вообще не могу. Я даже пошевелиться не могу. Завтра не знаю. Если пройдет немножко, то пойдем. Папа тут себе кашу-малашу какую-то делает. Протеиновую. Ну, мы будем арбуз кушать. Да, я приготовила вторую партию, потому что мне некуда было убирать. В морозилку не помещалось, мне пришлось приготовить. Завтра я просто подогрею и все. И будем кушать. А сейчас идем спать. Да? Все, давайте. Вот такие вот. Такая вот арома получилась. Угу. А Макс только тесто любит кушать. Он не любит кушать ни фарш, ни мясо, ни вот эта вот начинка, которая внутри. Он просто тесто кушает. Да. Ладно, это я оставлю. Я попробовала только. Так вкусно, что я готова еще поесть. Это мы будем завтра. Спасибо. Обедать. А сейчас мы идем спать. Давайте спать, каточку. Складываемся. Один каточку поиграем. Тут ты тоже? А? Нет, тоже я не хочешь? Буду играть. Ну, мама, один раз. Нет, я не хочу, я буду убирать и спать. Всем пока. Они, девчонки, будут играть в Уно, а я нет. Да. Я пойду, нет. Нет, Ксюш, я пойду чистить зубы Максу, Каролине и все, если всем пока.